Приседания, ребята, начинаем делать. У нас группа, кроме того, что 13-15 есть, еще вот сколько вам? 11 лет. Все, давайте. Олейник, Михаил и Бобовна. Артем. Аккуратно приседайте. Да. От Ткаченко вот штангу бери вот здесь вот. Вот, все. Раз у тебя грыжами. Все. Ладно, все, не смейтесь, аккуратно приседайте. Весело. И у нас там в зале ребята, которые постарше. У нас 22 числа будет соревнование по жиму лежа. Понятно? Да. Все, у нас группа 13-15 лет. Дима, опять ты узко бережный. Неравномерный хват взял. Все, давай, работа, работа. Ближний хутор. Все, вот тут Тирасполь. И Вазьян, Терновка. И давай, Ваня, 40 килограмм. Сколько раз сделаешь? Надо было чуть-чуть захватить. Ты что делаешь? Все нормально. Два. И вверх поднимай. Три. Хорошо, но надо более плавно опускать. Четыре. Расслабленный мышцы. Все, забирай. И Артем четвертый подход, 40 килограмм. Да, вот так. Во. То есть должно быть движение размеренно, а ты бросаешь, Ваня. Надо более плавно опускать. Все, хорошо. Геращенко, ты же говорил, что у тебя руки больные. Что? То у тебя руки болели. Ближний хутор не сдается мне. Короче, у нас сегодня Ближний хутор, Терновка, Красногорка и Тирасполь. Все. Вазьян правильно выполняет, хорошо. Все, ставьте все на место и домой идти кушать. Да. Гантели на место ставьте. Все, аккуратно там ставь. Все, давайте домой идите. Пока, давайте. Все, до побачення, да.